Начните движение. Проследуйте по точкам маршрута к стрельбищу. Видеть мини-карту, на которой стрелкой изображен ваш противник, в данном случае тренировочная мишень, обозначена. Наведите курсор на указанный танк. Подождите, пока башня танка довернется в нужную сторону и прицел орудия сойдется с курсором. Переключитесь на... Вы можете использовать приближение. Крестик в центре экрана показывает, куда попадет снаряд, когда вы... Он становится красным, если текущие снаряды не могут пробить броню, желтым, если вероятность пробития есть, и зеленым, если снаряды легко пробьют. В зависимости от толщины брони вашей цели, крестик — один из лучших способов уничтожить танк, вывести из строя его экипаж. Наведите прицел на среднюю часть танка. Выстрелите по боевому отделению танка. Когда снаряд пробивает броню, в правом верхнем углу появляется окно рентгена, в котором танк противника считается уничтоженным.